рекламное предложение дня, дорогие наши телезрительницы. Кстати, сразу начну с того, что за первую презентацию было заказано более 300 наших прекрасных полуботинок для мужчин. Они у нас называются Vandal, это бренд-марка, об этом я сразу же заявляю, потому что знаю прекрасно, что все наши телезрительницы знают о качестве этого бренда. Здесь у нас натуральная кожа, естественно, анатомическая колодка. Обратите внимание, что легкая полиуретановая подошва, она позволит чувствовать себя комфортно и также очень хорошо, что будет амортизировать. Итак, 3999 рублей. У нас есть сразу три цвета для вас. Этот цвет называется коричневый. Хочу сразу рядышком показать вам цвет, который у нас называется темно-коричневый. И посмотрите, есть черный. То есть все три цвета являются базовыми. Вы можете их выбрать для себя. Вы можете их сочетать абсолютно с любой одеждой. Потому что мы понимаем, сейчас сезон 2023-2024. А носить вы их будете, даже если будет на улице 2034 год, вот представляете, 10 лет, а полуботинкам от бренда марка с ними вообще совершенно ничего не будет происходить. Смотрите, Руслан для себя выбирает шикарный коричневый цвет, очень хороший, выглядит дорого, выглядит богато. Что касаемо размерной сетки, с 40-го по 46-й выбираете, причем, знаете, сразу хочу отметить, выбирайте размер в размер. Но я хочу подойти к нашему Руслану. Вы знаете, я увидела, что нашему Руслану кое-чего не хватает. Я взяла в руки два аксессуара, это ремни. У нас 2023 год, и сейчас у нас с вами будет 23 февраля, шикарное, да, число 23-23. Итак, смотрите, Руслану явно сейчас не хватает какого-то одного аксессуара. Можно выбрать под джинсы, и вот такой шикарный коричневый, и такой же черный цвет. Здесь у нас прекрасная фурнитура, есть 4 размера. От M размер и 2XL, да, самый маленький это 96 сантиметров, а самый, 99 сантиметров, прошу большое, а самый большой 126, но в любом случае вы можете всегда отрегулировать, потому что здесь есть специальная застежечка, да, посмотрите, вот тут можно всегда отрегулировать по объему вашей талии, вашего мужчины. Итак, вот эти два аксессуара будут идеально сочетаться с полуботинками, которые выбирает для себя Руслан. Посмотрите, полуботинки анатомические, здесь правильная колодка, нога располагается физиологически правильно. Я могу даже присесть сейчас, вам показать все нюансы, почему. Руслан, вот эту ногу давай сюда, во, шикарно. Итак, натуральная кожа, даже тактильно, сейчас я, конечно, к ней прикасаюсь, обращаю внимание, что тактильно она приятна. Здесь широкая пучковая часть, поэтому ножку не зажимает, никакого давления нет. У нас есть две эластичные вставки, и снаружи, и с внутренней стороны, то есть всегда подстроится под ваш подъем, даже если ножка отекает. Обращаю внимание на носочную часть, она округлая, именно поэтому пальчики располагаются внутри комфортно, да, не пережаты. И мягкий кант у нас дублирован с поролоном, чтобы обеспечить вот ту самую удобную посадку. И вот это удовольствие стоит 3999 рублей. И это еще хочу напомнить, именитый бренд марка, вот, кстати, да, бренд марка. Мы его знаем за его долговечность, то есть еще, знаете, в 91 году впервые бренд марка у нас открылся, этот холдинг, и начинали они как раз коллекции мужской. Именно с мужской коллекции, и что интересно, что мужская коллекция, мужская модель, которая являлась у нас у них самой первой, она до сих пор уже более 30 лет не сходит с конвейеров. Она до сих пор является невероятно популярной. Почему? Потому что такие модели универсальны. Вот в чем большой плюс бренда марка, это универсальность. Посмотрите, мы опять сейчас с вами видим Руслана, который в своих образах сейчас примирает все три цвета. Руслан отправился на фотосессию, выбрал и черный цвет с джинсами, да, также черный цвет прекрасно будет с классическим костюмом, либо вы выбираете коричневый, будет сочетаться шикарно с джинсами также, да, посмотрите, пуловер, как правильно назвать, наверное, пуловер, да, нашего толстовка, давайте так назовем. Вот, но я хочу сказать, что эти полуботинки, они прекрасно вписываются абсолютно любой возраст,
никаких ограничений здесь нет. То есть, если у вас, например, да, подросток, если у вас возрастной мужчина, например, ваш папа, эти полуботинки прекрасно подходят. Итак, нам написала Мария Игоревна из города Санкт-Петербург. Я свою первую пару марка купила в Витебске в прошлом году, когда ездила туда к друзьям. Теперь у меня вся семья носит обувь от этого бренда, потому что она удобная и качественная. Спасибо большое, Мария Игоревна, за ваш отзыв. Я скажу вам больше. У каждого белоруса в обувном гардеробе обязательно есть пара обуви от бренда марка. Мы все прекрасно знаем про белорусское качество, про стандарты, которые Беларусь выдерживает всегда, да? То есть мы стоим и за продуктами в очереди, которые у нас приехали из Беларуси, и также за обувью. Итак, здесь качество, я честно могу вам сказать, максимальное, потому что натуральная кожа, посмотрите, она действительно, во-первых, мягкая, во-вторых, она эластичная. Вот сейчас вы видите коричневый вариант нашей коллекции, он с таким интересным черным градиентом, то есть, знаете, вроде бы и коричневые, вроде бы и черные, тоже можете для себя выбирать этот прекрасный вариант. Обращаю ваше внимание на то, что здесь у нас увеличенная восьмая полнота, для мужчин это также важно, но по факту они выглядят очень аккуратно, потому что здесь интересная конструкция такая, зауженная союзкой, поэтому визуально они выглядят очень аккуратно, поэтому вы их носите, хотите с классическими костюмами, хотите с повседневными джинсами, и носите их ежедневно. Например, летом прекрасно будете себя чувствовать, потому что кожа натурально у нас везде, и снаружи, и внутри, поэтому ножка будет дышать, никакого парникового эффекта не будет. Вы носите их весной, вот сейчас уже, да, в принципе, скоро мы будем с вами переобуваться, а некоторые теплые регионы, например, Сочи, Краснодар, Ростовский край, уже переобуваются, потому что там уже плюс 16. Поэтому, смотрите, пока цена только сегодня 3999 рублей, я сейчас вам так скажу, это ваш шанс. Преддверии 23 февраля. Смотрите, сейчас у нас прошло только 10 минут нашего эфира, уже 87 пар заказано. Молодцы, молодцы, я рада. Ваши мужчины к 23 февраля будут обуты. А в чем вот они, кстати, отправятся на работу в этот прекрасный день? Когда праздник, когда коллеги будут поздравлять, естественно, надо обязательно обуть удобную пару обуви, новую пару обуви, красивую пару обуви, стильную и обязательно комфортную. Почему я так говорю? Потому что в комфортной обуви вы будете наслаждаться, когда коллеги вас будут поздравлять, да, то есть вы не будете отвлекаться на какие-то неприятные ощущения, если вдруг обувь у вас неудобная. Бренд, марка, это всегда абсолютный комфорт, причем, знаете, комфорт повышенный.